Хариум. Еще раз, дружище, хочется мне тебе сказать простые вещи по поводу вступания со мной в бесконечную вот эти вот болтовню про какие-то энергии, какие-то там энергетические тела, что пранаяма там влияет. Дружище, мы сейчас говорим о макроэффектах пранаямы. Макроэффекты. Это эффекты, которые из 100% эффектов занимают 80-90%. Да? Если ты такой навороченный гуру, если там чувствуешь какие-то энергии, если ты видишь людей там карму или какие-то энергетические тела во время пранаямы, я рад за тебя. Но эти эффекты, если они существуют, они являются 40-ми, 30-ми, 20-ми эффектами. Я говорю о макроэффектах, о первых или вторых, третьих эффектах пранаямы. Пожалуйста, перестаньте вступать со мной в бесконечные идиотские споры. Поняли, да? Мы говорим о макроэффектах. Макро. Все остальные разговоры по поводу энергетических тел, по поводу там каких-то карм, прошлых жизней, мантр, шмантр, мудр, бубудр – это 40-е эффекты. Если, конечно, они существуют, если ты, конечно, не врешь своим студентам. Все, вперед, ребят, пожалуйста, здравый смысл, я прошу вас, включайте здравый смысл, критическое мышление. 2×2 – сколько? Молодец! 2×2 – 5 до тех пор, пока ты не проверишь сам и не убедишься в том, что я не вру. Все, хариом! Kanakalingaya Vedalingaya Vainam